Может, мне твоему отцу все рассказать? Он с прислугой не разговаривает. Вот как? Я вообще-то тоже. Зачем тебе пистолет? Не твое дело. Зачем тебе пистолет? Не твое дело! Ты что, застрелиться хотел? А если и так? Хорошо. Сейчас мы это организуем. Встал быстро. Ты че, зачем? Встал быстро, я сказал! Зачем? Ты че вообще? Я орать буду! Отпусти меня! Не поможет. Отпусти! Не ори, папу разбудишь. Сейчас прислуга будет исполнять желание своего хозяина. Пиши. Ты меня убьешь? Конечно. Ты же этого хочешь? Но тебя же посадят. Нет. На пистолете твои отпечатки пальцев. Но твои там тоже есть. Правильно. Потому что это мой пистолет. Я скажу, что ты его у меня украл, что в принципе является правдой. Пиши. Не буду. Пиши. Прошу в моей смерти никого не винить. Пиши давай! Ну давай, стреляй! Стреляй! Слабо тебе. Да врешь ты все! И отец врет, и мать врет. Отцу я только мешаю, у него есть этот маленький Алешка. И эта типа красавица. Улыбается, а на самом деле ненавидит. Сволочи. Врёшь ты. Вот я у тебя пистолет украл, вот ты тут со мной возишься. А на самом деле типа барабану. Ладно. Это долгий разговор. Мы обязательно поговорим про это, я тебе обещаю. Только потом. А сейчас пообещай мне, что ты не будешь больше делать глупости и ляжешь спать. Поздно уже.
Лады? Да не волнуйтесь вы так. Мы не первый год подбираем персонал для Проскурова, и до сих пор никаких нареканий не было. Мы тщательно подбираем всех кандидатов. Все в порядке. Ваша информация полностью совпадает с нашей. Система проверки у нас суровая. Вы не представляете, сколько желающих приходит сюда устраиваться. Заказчик у нас богатый, зарплаты приличные, вот все сюда и ломятся. Люди денег хотят. Ну, их можно понять. Конечно. Но иногда приходят и такие, к которым вообще непонятно, что нужно. Ну, например, явилась тут одна девица, которой зарплата даже не интересовала. Главное, просилась в конкретную семью. Алло, добрый день. Кадровый агент. Сама из дыры какой-то, кажется, из Балашова. Так вот, предложили ей место зарплатой больше, чем у меня. Но она говорит, зарплата для нее не главное, хочу именно к бизнесмену Проскурову. Представляете? Я ей битый час объясняла, что агентство само распределяет по вакансиям и адресам, а она нет. Хочу к Проскурову и все. Уперлась, как баран. Из Балашова, говорите? Ну да, кажется. Алло, Анатолий Иванович, это Тихомиров. Слушай, ты сейчас случайно не у себя в кабинете? Скинь мне на компьютер, на мой адрес, срочно, фотографию Людмилы Потаповой из ее личного дела. Прямо сейчас. Ага, хорошо, все, жду. Конечно, мы и отказали. Но откуда я знаю, почему она хотела именно к Проскуру? Послушайте, а у вас совершенно случайно не осталось каких-нибудь данных про эту из Балашова? Навряд. Наверняка уже все удалили. Практически год прошел. А можно у вас почту посмотреть? Да. Пожалуйста. Спасибо. Можно вас на минутку? Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Это не она? Нет, кажется, не она. Алло, Роман Саныч, вы в офисе? Я сейчас заеду. Да, появилась новая информация, нужно обсудить. Значит так, давай подведем итог. Мы знаем, что Шаров родом из Балашова, так? Так. К Проскурову пыталась устроиться неизвестная женщина. И, представь себе, Толя, тоже именно из Балашова. Бывший управляющий балашовским имением Проскурова, этот, как его? Никодимов. Никодимов. Никодимов сидел. Может иметь контакты с криминалом? Может. 100% имеет. Подождите, следовательно, вполне возможно, что эти трое балашовцев могут иметь какое-то отношение друг к другу. Так? Именно так, Толя. Все, нельзя вести Проскуровых в их балашовское имение. Нужно снова посылать туда Баранова. Роман Саныч, а можно я сам поеду в Балашов?
А что тебе вдруг туда так уж захотелось? Ну как, во-первых... Во-первых, в Балашове может отсиживаться Шаров. У него там же живет мать, так? Так. Во-вторых, неплохо было бы проверить, знаком ли он с Никодимовым. Ну? Так. И в-третьих, надо попытаться найти эту незнакомку балашовскую. Роман Саныч, я сам должен ехать в Балашов. Слишком много ниточек туда ведет. Ладно, езжай. Добрый вечер. Добрый вечер. Как доехали? Спасибо, хорошо. Ну что, сегодня отдохнете? А завтра утром я вам все покажу. Если можно, мне сегодня личное дело бывшего управляющего Никодимова. Тогда сразу ко мне в кабинет. Там хранятся все документы. Спасибо. Список у тебя офигенный. Наверное, всех знакомых туда внес. Это еще не все уроды. Фуфло, ты пишешь всех подряд. А надо понять, кто главный урод. Кто реально мешает тебе жить. Да они все достали. Фигня. Поставь каждому из списка оценку. Жесть. Как в школе? А то. Представь себе мысленно всю эту тусу. А потом струячь каждому оценку... От кола до 10. И сразу поймешь, кто из них главный урод. Алло, Роман Саныч, Тихомиров. Ну, усадьбу я посмотрел. Все в порядке. Да. Сегодня я надеюсь проверить все, о чем мы говорили с вами до отъезда. Тогда будет точно ясно, можно перевозить сюда Проскурова или нет. Ага. Ну хорошо. Все, на связи. Чего? Чего трезвонишь-то? Ходит. Ну как же вы мне надоели-то, господи! Сосед ваш Никодимов где? На работе. На какой работе? А то ты не знаешь, да? Нет. У него сейчас одна работа. Стаканы подымать. В каком смысле? В прямом. Вот у нас тут неподалеку забегаловка есть. Видел? Ну? Ну вот он там сидит с утра до ночи. Стаканы подымает. Дурак. Ну понятно. Спасибо вам. На здоровье. Сам, небось, такой же. А справедливость должна быть во всем. Я так понимаю. А если ты к человеку как к вещи относишься, то кто ты? Кто ты? Хорош, достал ты уже. Ты за мои деньги пьешь, рыло. Мы слушаем. Ты говори, Вась. Ну так вот я и говорю. Баранов этот, сука, и есть. Москвич, твою мать. Ну, все проверял, мужики, меня проверял. А потом взял, да и уволил. Дерни. А Людку эту в Москву на повышение. Людку? Потапову. Ее, значит, в Москву, а меня на свалку.
Ну где справедливость? Ну где? Несправедливо. Брать, что будете-то? Три вина. Хорошо. Она ведь стервь. Никому не сказала, что денег мне дала, чтобы я ее на работу взял. Никому. А я ее сдавать не пошел, потому что я человек честный. И много дала? Да куда там, 3000. Она ж нянька в детском саду работала. У нее больше-то и не было. А Баранову, наверное, кое-что другое дала, чтобы он ее разом в Москву. Добрый день. Здорово. А ты кто? Василий Николаевич, вам Гена Шаров привет передавал? Это кто еще? Извините. Ничего. Ошибся. Ничего, бывает. Значит, от Лидочки? Да. Вот она просила передать деньги. Спасибо. А вы, Лидочки, кто? А мы с ней работаем вместе. А у нас, знаете, Витюшка все время болеет, прямо из простуды не вылезает. Вот вчера доктор приходил, микстуру прописал. Я пошла в аптеку. Как глянула, 300 рублей, мама дорогая, где ж таких денег-то взять? Ну да. Слава богу, Людочка сейчас в город перебралась, может, немножко побольше будет присылать? Ну да. Витя, иди скорее сюда. Смотри, дядя к нам приехал. Давай, скорее. Ой, молодец. Давай, малыш, тихонечко. Здорово, богатырь. Ого. Смотрите, он вас признал. Играть захотел. Скажите, у вас фотографии нет Витиной? Есть. А зачем? Люда просила. Сейчас. Витенька, я сейчас. Оп, осторожно. Ну, давай. Вертолет летит. Вот это вот подойдет? Гляньте. Ну что значит, все-таки скучает она по Вите, а? Ну а как же? А приехать не собирается, не говорила? Ну, она только устроилась. Вряд ли ее сразу отпустят. Ну да. Нет, я понимаю, работа, конечно. Но, знаете, она так ребенка хотела. А из роддома пришла даже. Сразу бросила кормить грудью, на работу побежала. И, главное, молока у нее было много, на двоих хватало. Так-то. В каком смысле на двоих? Ой, там такая история была. Знаешь, когда Людочка в роддоме лежала, там женщину привезли. У нее муж очень богатый был, а у женщины этой преждевременные начались. Ну и молока не было. Ну так вот, Людочка моя двоих пацанов выкормила. А как второго мальчика звали, вы не знаете? Да нет, откуда же я знаю. Ну правда, они нам денег тогда дали, и мы Витеньке все купили. Дело в том, что когда у роженицы пропадает молоко, то ребенка сразу же переводят на искусственное вскармливание. Но тут случай особый, все-таки жена московского бизнесмена. Потребовал кормилицу, муж денег подкинул. Но мы и нашли самую крепкую мамашу, чтобы ребенка кормила. Так что все по обоюдному, никаких нарушений. Скажите, а что из Проскуровых? Так никто с кормилицей не познакомился? А зачем? Зачем? Виктория после этого даже с кровати не вставала, роды были слишком тяжелые. Да и впечатлительная она. Но я и попросил Потапову, чтобы она ее не беспокоила. Ну а что? Принесли ребенка, она посмотрела, жив-здоров. Слава богу. А отец? Отец? Ну это вообще особ статья. Он не снизошел. Да и к тому же ему некогда. Он, по-моему, в Испании тогда был. Приехал только перед выпиской жену с сыном из больницы забирать. Денег, правда, подкинул. Ну, а что касается Потаповой, то, мне кажется, ему все до лампочки было. Он даже не спросил, кто, что. Еще вопрос есть? Да, есть еще один вопрос. Скажите, а за Потаповой наблюдали во время кормления? Нет. А зачем? Ну, во-первых, у нас и так уже персонала не хватает. А во-вторых, ее как королеву в отдельную палату поселили. Так что у Потаповой были все условия. Зачем следить? Принесли на час, покормили, унесли. Иннокентий Владимирович, у Шалина уже роды начинаются. Да, спасибо, иду. Извините.
пойду новых россиян встречать. Понимаю. Ну, всего доброго. Всего хорошего. До свидания. Шарова Мария Андреевна. Ну? Здравствуйте, я из Собеса. Вот вам Мария выписала единовременное пособие. Что-то я тебя в Собесе не видела. Так я же новенький. 3 дня всего. Вот отправили по адресам. Понятно. Только вам нужно расписаться. Ну, заходи. Ага. Проходи. Угу. Где писать-то? Вот здесь. Я вижу плохо. Вот здесь, где галочка. Слушай, я по потере кормильца заявление писала. Сын у меня погиб, Гена. Назначить не знаешь? Не знаю. Решается вопрос, наверное, пока что. Подожди. Некогда мне, понятно тебе? Некогда. Иди, 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 нечего стоять. Иди, 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 иди. Все, 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 не намазано здесь. Давай, топай. До свидания. Алло, Роман Саныч, Тихомиров. Ну, Шаров точно, в Балашове матери. Скрывается. Да нет. Позвоню в местное отделение милиции. Пускай сами им занимаются. Ага, до связи. И что? Роман Саныч. Нет, возможно, но сейчас не решим. Все, созвонимся, давай, пока. Это именно кухарка Потапова устраивалась к Проскурову на работу 1,5 года назад. Ага. Удалось выяснить, связана она с Шаровым? Нет, не связана. Но есть кое-что поинтереснее. Помните, я просил вас взять детскую фотографию Проскурова? Ну, взял и где что? Она? Ну, вот она и что? А вот фотография Вити, сына Людмилы Потаповой. Ну и что? Как ну и что? Они ж похожи друг на друга, как две капли воды. Так это что получается, Проскуров пошалил, что ли? Да нет, нет. Здесь что-то другое. Иначе он не взял бы ее к себе на работу. Он себе явно не знаком. Так, ясно одно. Потапова надо допросить срочно. Вика с Алешей сегодня выписываются из больницы. Надо успеть до их возвращения. Вы же понимаете, что мы все равно докопаемся до истинной причины. И если будет выявлено, что вы связаны с этими, вам не избежать долгой, холодной, мерзкой тюрьмы. Тюрьмы, тюрьмы. Почему вы пытались устроиться на работу именно к Проскурову год назад? Вы знакомы с Геннадием Шаровым? Да или нет? Роман Александрович. Можно я сам поговорю?
Я вам ничего не скажу. Вот это ваш сын, Виктор. А вот это господин Проскуров в детстве. Похоже. Правда? Вы подменили детей в роддоме, когда кормили обоих мальчиков грудью. Я прав? Зачем? Я хотела как лучше. Вы же понимаете, вы же видели, как мы живем. А как здесь живут. От Проскурова на работу хотели устроиться. По сыну истосковались. А как же Витя? Я не выдержала. Понимаете? Дура, я не выдержала. А Витя... Витя хороший мальчик. Только... чужой. Не жить мне без Алёши. Лёшенька мой мальчик. Роман Саныч, у Потапова истерика. Ее сейчас к Алёше ни в коем случае нельзя подпускать. Она что-нибудь выкинет. Да. Вот как Проскуровым обо всем этом сообщить? Да ни в коем случае. Они только что чуть не потеряли сына. Если сказать им, что это не их сын... Толь, давай сделаем так. Потапову изолировать. Угу. Подождем немного. Пусть они немного придут в себя и смогут воспринять эту информацию, ну, более-менее адекватно, если вообще это можно воспринимать нормально. Будьте добры, мобильный телефон. Толь, у меня тут вопрос возник. Mm-hmm. Ребята говорят, что у Баранова с этой Потаповой роман. Так это правда? Понятно. Я так понимаю... Я так понимаю, мы опять без кухарки остались? Ой, да. Проблему надо решать. Может быть, все-таки Зину попробовать уговорить вернуться? Если ее величество соизволит. Ну, а что ей здесь нравилось? Прямо сейчас за ней поеду. Она меня послушает. Удачи. Благодарю вас. Алло, Антон. Ну, готовься. Скучаешь? Ой, брат, тут не соскучишься. К тебе Хамза идет. Давай. А ты? А мне некогда. А. Пока. Роман Александрович, ну послушайте меня. От дела тебя сейчас отстраняю. Едешь в Москву. А что с тобой потом делать, будем решать позже. Роман Александрович, ну я же могу работать. Ладно. До конца этого дела будешь стоять здесь, на воротах. Потом разберемся.
И чтобы ни одна мышь не проскочила. Спасибо. Давай посмотрим. Осталось всего 5 уродов. Отец, его новая самка, их детеныш, мать, ее хахань. Прогресс. А если еще подумать? Нечего думать. Они все уроды. И точка. Тебе же надо дойти до самого главного врага. А он один. Именно тот человек, который по-настоящему мешает тебе жить. Есть идея. Давай писать уже в реале. Через тайник. Идея у него есть. Да-да! Анатолий Валентинович, вас Роман Александрович зовет. Наши из больницы едут. Спасибо, Лиза, сейчас иду. Поехали, пузырь. Ага. Выходи. Выходи. Ха. Пошли. Пойдем. Сергей Алексеевич, к отъезду в Балашов все готово. Замечательно. Какой отдохнем, отъезд? Соберемся и вечером привет, поедем. Заинька. Сережа. О, вот кто приехал. В какой Балашов, Сережа? Там спокойно и безопасно. Я никуда не поеду. Я не хочу, Сережа. Вика, Вика, в чем мне там дело? Мне страшно, мне там плохо, Сережа. Что тебе там страшно? Я хочу быть здесь. Я хочу быть дома, понимаешь, Сережа? Я никуда не поеду, я не могу, я не хочу, я не... Все! Ты все сказала? Пошли в дом. В Балашов не едем. Роман Саныч, я на секундочку. А я думал футбол погонять. Так значит, в Балашов не едем? Нет. Решено остаться здесь. Мне надо в Крылатское. Хорошо. Только начальство предупрежу. На кухне, чтоб тебя не видела. Угу.
Привет. Ага. Я вообще-то хотел предложить партию в гольф. А что у нас с рукой? Обжегся. Больно? Там Шалва приехал. Говорят, шашлыки будут. Да ну фигня, не пойду. Ну смотри. А ожог долго болит? По-разному. От 2 дней до нескольких недель. Понимаешь, Сережа, Ревас чуть с ума не сошел. Как в драку. Я даже опешил. Опять погорячился. Ну что ты, дорогой, я последнее время с ним как с малым ребенком. Честное слово. И ничего такого я не сказал. Разве что Лорья сел в тюрьму за дело. Как он заорал. Это вы с Проскуровым посадили его в тюрьму. А он из-за вас. Из-за вас там погиб. Я не знаю. Я даже не нашел, что сказать. Этого еще не хватало. Ты же знаешь, как он был привязан к Лории. Переживает мальчик. Понятно? Простите, я краем уха услышал часть вашего разговора. Ну, услышали. Идите себе дальше. Теперь, к сожалению, не могу. Шалва Гуранович, у нас, оказывается, проблема и очень серьезная. Как я мог бы поговорить с вашим сыном Ревазом? Как поссорился я с сыном, так он и пропал. Телефон отключил. У меня к вам огромная просьба. Как только Реваз проявится, дайте мне об этом знать. Ничего особенного. Погорячился, остынет. С ним такое часто бывает. Горячая кровь, вон, сколько они ссорятся. Да и вообще нечего огород городить. Как позвонит Ревас, я вам сообщу. Спасибо. Да забрать надо кое-что. Ага, понятно. А что за шестерка-то? Что, играем? Да все по-честному. Не везет тебе сегодня. А, нормально. Ты что? Ревас, ты что?
Анатолий Валентинович. Ой, извините. Здравствуйте, Лизочка. Здравствуйте. Вас там зовет Сергей Алексеевич. Случилось что-то? Иду, иду. Угу. Что-то случилось? Нападение на мой склад. Когда? Сегодня ночью убили охранников и украли 2 пистолета. Сколько было нападавших? Не знаю. Я не знаю, позвонили. Говорят, Шалва Гурамович. Ну, охранники застрелены, пистолетов нет и патронов нет. Где хранились патроны? В сейфе. Сейф на полке был. За товаром. Совсем не видно. Дверь взломана? Нет. Чуть открыта. Значит, кто-то из своих. Ревас знал, где хранятся патроны? Не знаю. Не знаю. Дома его нет. Шалва Гурамович, поймите, что чем быстрее мы найдем Реваза, тем лучше для него самого. Думайте, думайте, где он еще может быть. На старой даче. Я тоже с вами. Я пойду с вами. Мой сын болен, понимаете? Он сильно болен. А Ревас с самого детства был горячий. Даже слишком. Дрался до крови. Я всегда держал его в строгости. Хотел переломить. Усмирить немного хотел. Вот и видишь, перестарался. А как подрос он, совсем стал меня ненавидеть. А дядя Томас Лорья, он хороший, он все разрешал делать ребенку. Ему, конечно, было с ним хорошо. А что, Ревас был очень сильно привязан к Лоре? Больше, чем к отцу родному. Только и слышал я. Крестный, крестный. А когда сын вернулся из горячей точки, совсем стал, ну, не остановить. Крови попробовал. Ревас что, воевал? В спецназе? Вот там характер у него и испортился. Чуть что сразу начинает бить, понимаешь? Я его к рынку вообще не хотел подпускать. Ну, какой из него коммерсант, а? Какой из него бизнесмен? Так Ревас себя не контролирует. Я говорю, больной он, больной. Я ему врача нашел, доктора нашел, лечить его хотел. А он как начал орать на меня, понимаешь? Обиделся на меня. Конечно, Лорио настраивал его против меня. Он говорил, что отец твой думает, что ты псих, а я тебе оставлю этот, как его, свою долю оставлю твою. Как его?